В Одессе появилась интерактивная карта парковок. На ней специальными фишками обозначено 600 площадок. Теперь каждый желающий может узнать, где за отдельную плату припарковать свой автомобиль. Также в открытом доступе информация об операторе и количестве мест на данной стоянке. Разработку уже представили в городском совете. Там отметили, что подобной карты нет ни в одном городе Украины. Именно с этого момента любой абсолютно человек, любой журналист может, во-первых, посмотреть по любой интересующей его парковке, действительно ли есть договор, заключенный с городом, и действительно ли этот оператор работает на законных основаниях. По словам Сергея Дубенко, с помощью платных парковок можно будет разгрузить центр города, ведь эта часть Одессы рассчитана на количество автомобилей до 3500. Сейчас же там вмещается в 3 раза больше, что значительно мешает общему движению. Любой европейский город имеет ограниченное, лимитированное число парковочных мест. И везде, везде абсолютно городские власти решают этот вопрос одним единственным путем, регулируя количество автомобилей в центре. Регулировать можно только тарифным путем. Пока что на карте обозначена центральная часть города, но в дальнейшем планируется ее расширять. Туда будут наноситься все возможные парковочные места Одессы. Посмотреть карту можете уже на сайте 7 канала.